Катится день, плача в дождях, катится день, в белых снегах скучая. Катится день сквозь океан глупых затей, смех и обман. Катится день сквозь океан печали. Мириады маленьких дел бьют по капле гаснущий день, а дела большие сушит жажда, оставляя все на потом, разрываем задним числом. Только день не повторится дважды. Катится год, грея смыча, катится год, плача в дождях. Катится год, в белых снегах скучая. Катится год, сквозь океан глупых затей, смех и обман. Катится год, сквозь океан печали. Пьют по капле гаснущий дом, а дела большие сушит жажда, оставляя все на потом, разрываем задним числом. Только год не повторится дважды. Невидимый гитарист, невидимый. Невидимый. Подойду к Паше еще. Катится наш с вами век, греясь в лучах. Катится век, плача в дождях. Катится век, в белых снегах, скучая. Катится век сквозь океан глупых затей, смех и обман. Катится век сквозь океан печали. Мириады мелких забот пьют по капле гаснущий год, а дела большие сушит жажда, оставляя все на потом, прозреваем задним числом. Только нет, не повторится дважды. Оставляя все на потом, прозреваем задним числом. Только жизнь не повторится дважды. Все равно далеко как-то мы. Нет, нормально. Это просто сцена большая. Да просто не очень, я не знаю, что мне делать. Неудобно, я привык просто живьем играть из гитары. И еще далеко все. Нельзя, что действительно никак. Да нормально. Жесть, что делать? Прыгай. Все, давай, микрофон. Нас снимают под полом. Это видео или фото? Видео. Видео. Все на рок-н-ролл. Вот эти билеты могли быть вашими, но они сейчас окажутся у наших дорогих гостей, которым мы их передадим на концерт памяти Талькова. Это не простое событие, не просто концерт, это действительно очень
скажем так, знаковое событие, которое происходит в самом центре нашей страны, в самом большом зале концертном. И надо отдать, конечно, должное организаторам, мы, конечно, все музыканты, все с большим, очень уважением отнеслись к этой акции и с радостью откликнулись. И не только мы, а все многочисленные звезды, которые присутствуют здесь, все гримерки от фамилии «Рябит в глазах», все приехали действительно отдать должное этому замечательному, не будем говорить великому, так, чтобы словами не кидать, но этому действительно не, так сказать, не рядовому поэту, а очень, ну, скажем, знаменитому и получившему народную любовь. По-настоящему народную. Время показало, что Талькова помнят. И концерты, которые собирают полные залы, билетов было не найти. Я не зря эти билеты держу. Билетов было уже за месяц не найти. Что ты скажешь, дорогой? И его не найдет их опять. Я вообще не могу, вы музыкант, молодой человек. Вообще-то я директор Кремлевского дворца, я первый раз уже фамильярно сяду, я ли меня понимаете. Вы у кого играете вообще? Как вы будете? Знаете, я проходил... Вы что, не на басуле случайно? Не выгоняйте меня! Не на басуле случайно? Не на басуле случайно? Убежал. А билет отдай, билет. Ты святая.
теряете сам. Да давай вот так, по бокам лучше. Справа ее. Сейчас догоним. Вот, вот глаза накрасим, но так вот, чтобы вот немного. Вы можете так? Конечно. Так, чтобы людей не пугать, но вы более выразительный взгляд. Это естественно, то скорее не красят. Сейчас мои очи преобразятся. А, не сейчас. Лена, это обязательно, да? Конечно. Просто лицо игрушечное получается. Мне кажется, хорошо. Сейчас оно будет так же накрашено, если которые ждали сегодня. Да. Да, пожалеем зрителей. Классно. Мир. Ну, если сюда добавить букву «и», то у меня так называется группа, и моя философия Даже не сказал. Поиск на вопрос. Ты глубина этих вопросов. То есть масштаб. Меня с детства все волнует. Я попаю и изучаю, что у нас здесь происходит вообще. Ну, прекрасно, наверное. Другое дело, что как бы уже мне понятно, что все эти разделения иностранные. Вот. Просто у меня творчество мое направлено как раз таки на объединение людей всяческих. На наш мир устроил здесь почему-то так, что практически все растеряется, все пополамится. Поэтому люди, ну, может быть, реализуют не ту свою область души, которую мы видим в большинстве. То есть здесь в этом мире нужно много очень смелости, чтобы руководствоваться голосом души, а не внешним интересом. Внимание, уважаемые артисты, прозвучал второй звонок к началу нашего концерта. Прозвучал второй звонок, буквально минуточек через 15-20 будем начинать. Спасибо. Ну, он бы просто был бы помехой для формирования нового мира, к сожалению. Поэтому он выполнил часть своего, скажем так, задания, как воин света, скажем так. И ушел вовремя и сам написал эту песню в своей памяти, что поэтому кое-что выполнил задание и посылает высшие люди. И в книге «Монолог» на примере смерти Цоя хочу также объяснить свою смерть. Потому что, да, его спровоцировали, было в одной эмоции, конфликты можно было бы избежать, но очень много мелочей и стечения обстоятельств сделали ситуацию таковой. Во всем, на самом деле, вопрос просто, как им пользоваться. Мир в квадрате. Не говори, я погоди, три. Так, татушек тоже, у тебя будет мир. Вот так еще лучше. Серьезно? Так время по нашему. Сейчас я так, что я не учитель.
не понравилось, когда там... Ну, я видео снимаю, вы что-то ваги. Видео снимаю. Вот что, это очень хорошо. Слушай, какая у тебя неудобная гитара твоя вообще? Знаю, я к ней привык вообще, я как родная. Мне там гриф, по-моему. Я что оно звучит хорошо. Тоже моя песня, это вроде я почему-то. Говорю, что это. Нет, это другая. А ты домой не будешь? Домой. Где-то здесь. Очень неудобная гитара. Да? Мне надо вот. Пошел с ней рисковать все равно, да? У меня 11, видишь, да? Я 11. И такие они чуть-чуть чесать не будут, хорошо. Вот они, да, ну, тоже на ритм ритм, в основном, честно. Она такая. Ну, 11 сама не такие, да. Но я вообще слышу, что на обычку 11 как правило ставить, да? Думаю, ваш бы не на 11. Я 12 поставил, он что-то сложился. Ну, я не видел, что я не да, с гитаркой, конечно, на сцене поплотнее. Всегда занят. Да ладно, ты просто не куда руки девать. Ну да. Я полгода не выступал вообще, но только пиздец. Нет, я... Вы же написали, вы не муляли, нет? Вы же написали, нет, вы из ансамбля Людмилы Зыкиной. Да, как Костел Яш, Конюшина, не вы? Нет, мы песнючие белорусы. Вот. А разогрев уже позвали на сцену. На этой гитаре играется только кино. Мы уже все выяснили. Вы жалеете? Это тоже моя вещь. Моя. Вот это моя, это моя лучшая. Да. Я в интернете табы выкладывал. Все который нас... Нет, а ты ногу поднимай. Посмотри, как что делать. Так, да? Вот артист, который будет сегодня выступать. Понимаешь, от Петра это движение. Вот. Паскаль тоже. Да, не забывай. Не так просто. Я тебе говорю, а потому что хочется сделать жопу как рок-н-ролл. Глаза. Ну да. Потому что так удобнее. А так нормально. Кстати, очень хорошо. Я фига как и нету Игоря. Это мировая классика, ребята. Это не балет, не это просто, это классика. Ребята, слушайте, ну что-то, она 10 лет в Штатах прожила. 12. Она другое, у нее другая голова вообще. 12. Неважно. Тем более 12. Это еще два дополнительных года невероятно крутого опыта. Ага, с животом беременности. Когда я ходила по всем... Не то, что Джей, 5 лет на Луне провел. Нормально, еще класс. Кстати, Луна моя причем планета. Ему хватило дыхания. Да, причем да. Без визы. А если смотри, попробуй, так стоишь, вот, и вот, смотри, ногу так поднял, и вот так вот ее крутишь, попробуй, вот, вот это сделать. Тоже не так просто. Нет, а вот это все стоит. То есть ты вот, понимаешь, разминаешь уже вот, вот разминаешься от колена туда-сюда, туда-сюда, а торс при этом вот так стоит, понимаешь, да? Вот они, дрыщи. Да. И все, сейчас весь гореть будешь, плакать. Как бороться с дрыщизмом? Вот так. Боремся с дрыщизмом. Поделайте так, минуточку. У тебя, кстати, про океан песни 22 номер, кто у них это Атас. Я не представляю, что через сам это 22. Погоди, а где про океан? Океан это 22. Ну вот я стояла, изучала, вот здесь смотри. Вот здесь посмотри. Давайте. Он выходил сам же с программой. Там тоже программа есть. Где? Блин, вот у меня две песни, чтобы переодеться только. Да, но я тебе помогу. Пойдемте посмотрим. Он с бумажкой. Знаешь, возникает
Они, уважаемые артисты, мы начали наш концерт. Пожалуйста, готовится Денис Майданов. Спасибо. Ну что, где? В смысле, выходите, думаешь? Да? Что ты можешь смотреть? Ну, вообще, нам это не надо. Это не надо. Соло, да? Я, смотри, я тебе, от тебя как бы отойду, но за тебя это сделаю, смотри. Я к нему ринусь, мы с ним типа как бы кайфанем от соло, я вперед, а ты за нас типа порадуешься, но я его соло как бы перенесу к тебе, от него бегу под конец, и мы с тобой давай сделаем типа вот так. Вот так, и типа там потом, кто будет говорить, Катя, все будет с вами делать. А, я начинаю первую очередь. Сейчас скажу, Катя все на самом деле, где есть сейчас, а если мы сплачем, да, а если мы делаем все, да. Чего вы думаете? Какая у вас проблема? А мы почти в конце. Проблема вся в том, что они с Азизом поставили мне плюс, а я не могу попасть на них. То есть, видишь, оказывается, там, значит, праздник я пою после. Блин, в самом конце. Чуть не сказать, вот мне. Врачам вообще не хватает. Одобрил. Отлично, смотри. Нормально место. А, ну, наверное, с моих. Да, да, да. Кому? А, Юрий. Юрий? Да. Ну, Юля, дадите слово, нет? Спасибо. Это Марьяна. Марьяна. Для дуэтов специально. Артур, давай. А мы все тут. Играть. Да. Нам еще модуляцию надо делать успеть. Без модуляции никак. А мы вот модуляцию. Песня на выбор сразу. И смотри, на сцену. На сцену. Как на сцену? Все. Время. Да, 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 готовьтесь. Конечно. Ух, вот это и сделано. Слышишь, чувак, ну ты куда из какого-то? Дашь бас подержать там? Yes, White Snake, извините. Я не знаю, как бы группа, я знаю песни Рэй, извините, White Snake. Ну я здесь не смотрю. Кто?
Мне не будет страшно. Зал надо брать сразу! Простите, да? Если что не так, простите. Так, ну сколько у нас еще песен-то? Еще две. Две. Нет, через сколько? А, через четыре номера, по-моему. Да буквально уже надо... Зал надо брать сразу, блядь. Потом было плотно. Через два номера. Ближе к сцене. Ребята, что делать-то, я вернусь. Ну что? Специалисты вы знаете, что делать. Так, Саня-то понятно, он чуть что на колени сразу. Мне тоже решает. Как проигрыш называется, начинается прям сразу. Это нормально, режиссеру показалось, что много, потому что она как бы это... На репетиции не прочувствовала, как бы. А тут зал, видишь, наоборот, как все проклопаться, там все как бы... Короче, конечно, да. Живьем, да, пели? Так, что, мне банданку, наверное, надо одеть? Все спросили. Еще кто? Живьем пели. Знаешь? Ну, хорошо. Да. Все подруги спросили. Да ладно. Я думал, если живем. Блин, ребят, скажите мне, это сильно большая бандана, да? Нормально, зайдет. Не, вот это вот, вот такого размера. Не, нормально, ее просто аккуратно повязать надо. Она, кстати, правильная, вот она такая должна быть. Ну, в общем, да. Она не должна быть такая птица. Чувак, я здесь какой долг? А это из Iron Maiden. На группу латочек здесь. Здесь только музыкантов. О, а я Диану Арбинину. Да, видимо, справа. Часто мы будем трачивать. Слушай, я зато знаю теперь, что делать. Если что, сразу падай на колени. Конечно, зал твой уже. Да, я все решаю, все. Слова, когда Игорь забыл, как говорят, говорите Пушкин, когда не знаете, что отвечать. Типа сдаваться, честно сдаться. Я думал, ты со мной сядешь, приобнимешь меня и посидишь. А, приятно. Да ты там так ебашил, что я за дымом от гриппа не... Не заметил, блядь, тебя вообще. Во, вот так круто. Михей, что ты такое делал? Это камера такая? Смотри, как это. Это бэкстейдж. Блядь, что, надо на себя посмотреть. Не, с удовольствием, Блин, ну я какой-то как этот, как доктор Мавич, извиняюсь, нет? Да? У которого трону, блядь, разрешите. Я трону. Чёрт, я адекватно соведутся, нормально. Ребят, всё, погнали. Блин, ребят, давайте это вот так сделаем. Давай все вместе сфоткаемся. А-а-а, типа. Что делать? Где? Кто быстрее, кто на сцене? Кто на сцене, музыканты? Подходите, а? А-а-а, пойдём, погодите. Это вы. Сейчас, погодите. Во! Да, самое. О! Это просто ангел! А причем, Оскар в этот момент пел, как бы, и такой, и у него такая нота такая, сейчас страшно. Дмитрий пришел на шум. Джей, надо идти, все, погнали, берем. Пойдем. Идем, да? А остальным надо? Я слишком навороченный для «Я вернусь».
Сейчас, сейчас, оно же еще здесь. Блин, я слишком наворочено выгляжу, да? Нормально ты выглядишь. Почему вы наворочены? Игорь, 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 это все больше, можно взять. Я не слишком наворочен, я нормально. Же. Давай, Игорь тоже. Артурович, можешь что-нибудь? Можешь с гитаристами, пожалуйста? Гитаристами. Раз, два. Ну сюда, посмотрите, ага. Я побуду до конца. Спасибо. Блин, а я ухожу из центра вообще. Вернувшись со своими.
Александр, еще раз прости меня за все и до встречи. Скажи, Артур звонил. Да, да. Скоро ты будешь дома, да, или что сказать? Игорь Соколов, он же уходит. Артур, что мы скажи, сейчас? Скажи, что мы скоро подойдем к вам. Артур и группа Игоря Талькова младшего. А что Юля, вот Юля, да, Юля, да, и трубку. Дай трубку. Дай трубку. Дай трубку.
Концерт был очень классный, нам так понравилось выступать. На самом деле, выступление в Кремле – это всегда большая ответственность. Но я думаю, что мы выдержали это испытание огнем. Оделись. Я так считаю, что Игорь ждет будущее настолько великое, что он, конечно же, я не могу сейчас сказать красиво, но я могу сказать только одно, что Игорь точно достоин хорошего, высокого отношения публики к своему очень замечательному творчеству. Спасибо. Это все, что я пока мог сказать. Как вам выступление? Так, а кто гримерку ко мне пустил, папарацци? Так, как выступление? Ну, конечно, все отлично, но вот Михей мне гитару сегодня не настроил, это мой техник в нашей группе, не настроил гитару, поэтому соло не так сыграл, как хотелось, но были позитивные моменты. Вывес на харизме. А? На харизме. Вывес на харизме, конечно. Был один позитивный момент. Когда бас-гитарист мне очень наш сильно помог. Александр Вениаминович, водички не хотите? Нет, спасибо, я не пью. Гитару вашу убирать в машину? И прогрей, пожалуйста. Девчонок поклонись, там 8 человек стоит. Девчонок прогреть. Александр Вениаминович, к вашему приходу девочки будут разогреты. Ну и Крым. Еще водитель своему нагоняет. Ты машину прогрел или мне все понравилось, Игорян. Девчонок загрузил. Ты клевый, ты обалденный. Мы вместе. Игорь, самый классный. Водителем вот этого выгони, не бери больше. Я его сам у себя тоже выгоню. Я вот Игорян мне его подогнал. Планирую себе на гитару себе взять. А так все было классно, концерт очень хороший, на самом деле. Игорь молодец. По рок-н-ролльному даже, я бы так сказал. Ну ладно, остальное смотрите в следующих наших сериях на канале Мири Мир ТВ. Пока.